День физкультурника отмечается в России ежегодно во вторую субботу августа. В этом году торжество выпало на 12 число. В празднике участвуют все, кто имеет отношение к спорту, и просто люди, которые ведут здоровый образ жизни. В Десногорске праздник отметили по-особенному. В здании реабилитационно-оздоровительного центра Смоленской атомной электростанции прошло торжественное собрание. Любители здорового образа жизни и десногорских спортсменов в этот день поздравили директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, заместитель губернатора Смоленской области Лев Платонов и глава Десногорска Андрей Шубин. То, что мы запланировали, оно сегодня сделано. И сегодня в этот процесс вовлечены в том числе и руководители, в том числе и политические партии. И все, кто бы к этому ни прикасался, у всех только позитивное отношение к этому. Еще раз хочу вас всех поздравить с этим праздником. И уверен, что у нас еще много работы. И уверен, что количество детей, которые занимаются этим, оно будет постоянно множиться. В честь Дня физкультурника и за активную пропаганду здорового образа жизни памятные сувениры директор концерна и глава города в торжественной обстановке вручили представителям Десногорского совета женщин и многодетным семьям города.